гражданский мир, стабильность и покой. Борьба с террором, ложью и насилием. Мы стали все единою семьей, Национальной гвардией России. Чингисепп, а это какой пункт вашего следования? По счету? Да. Не знаю, может, 7, 8, 9. А, не знаете, а сколько километров примерно проехали? Уже больше 1000 километров проехали. Больше 1000. И сейчас уже двигаетесь в Санкт-Петербург? Да, по Ленинградской области. И если нужно пройти сквозь огонь, мы не отступим, нам честь дорога. Ведь мы мечтали о службе такой, свою страну защищать от врага. Росгвардия! Законность и оплот, Росгвардия, гарантия свобод, родную страну и великий народ. Росгвардия не подведет, родную страну и великий народ. Росгвардия не подведет, нас защитит надежная броня. И верный друг всегда прикроет спину. Мы служим честь и преданность храня, и в мирный час, и в трудную годину. И если нужен мгновенный отпор, нас не пугает смертельная схватка. Вы в форме Великой войны, когда уже была Росгвардия, или почему вы? Нет, Росгвардия два года назад. Создана. Это форма офицера НКВД периода после 1943 года. НКВД? По сути, да, может считаться в какой-то степени правоприемницей НКВД времен СССР. Тяжелейшие бои были в области. К сожалению, остатков очень много. К сожалению, могил восстанавливать надо очень много. Но вчера нам удалось, найдя орден Красной Звезды, установить погибшего воина Красной Армии. И следуя сюда из города Пскова в сторону Гдова, мы остановились в маленьком населенном пункте деревни Середка. В годы Великой Отечественной войны вся она была уничтожена фашистскими захватчиками. Мы на обелиске возложили цветы, отдали дань памяти, значит, гражданам погибшим. И договорились с местной администрацией, что мы берем шоссе над этим памятником. То есть каждый год теперь сотрудники Росгвардии будут ухаживать, приводить в порядок данный монумент. Это необходимо делать однозначно, и чтобы наше юное поколение помнило об этом и знало. Ведут отряды войск правопорядка, Росгвардия, законность и оплот, Росгвардия, гарантия свобод, родную страну